Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем вот такие тапочки следки с применением туниского вязания. Число петель узора кратно 4 плюс 2 кромочные плюс 1 петля подъема. Я набрала 15 воздушных петель. Самый первый ряд будет установочный. Здесь я провяжу столбики без накида, то есть в каждую петлю цепочки буду провязывать столбик без накида. провязали установочный ряд переходим к первому ряду узора всего узор в высоту 2 ряда все нечетные ряды вяжутся как первый ряд все четные как второй сделали 3 воздушные петли подъема 2 накида на крючок отсчитываю на основании 3 петли в четвертую ввожу крючок и провязываю столбик с двумя накидами провязала Теперь делаю накид на крючок, возвращаюсь к первой пропущенной петле и провяжу столбик с накидом. И так в каждую пропущенную петлю провяжу по столбику с накидом, то есть всего три столбика с накидом. Так, первый провязали, во вторую пропущенную петлю провяжу второй столбик с накидом. и в третью пропущенную петлю провяжу третий столбик с накидом. Вот мы задействовали уже 4 петли, то есть провязали один раппорт узора. И так провяжем еще два раппорта узора. Делаем два накида на крючок, на основании отсчитываем 3 петли, в четвертую ввожу крючок и провязываю столбик с двумя накидами. то есть сейчас вяжем второй раппорт узора провязали далее провяжу по столбику с накидом в каждую из пропущенных петель на основании мы провязали второй раппорт узора. Вот связаны два раппорта. И свяжем последний раппорт узора, третий. Провяжу столбик с двумя накидами. Предварительно пропускаю 3 петли на основании. Провязали. И теперь провяжу по столбику с накидом с одним в каждую из пропущенных петель. провязали три раппорта узора осталось закончить ряд я провяжу в конце столбик с накидом повторю все нечетные ряды вяжем одинаково как первый ряд переходим ко второму ряду узора и все четные ряды будем вязать как второй ряд 3 воздушные петли подъема переворачиваю вязание делаю два накида на крючок отсчитываю на основании 3 петли но у нас уже видно где мы провязывали столбик с двумя накидами ввожу крючок и провязываю столбик с двумя накидами теперь делаю накид на крючок и провяжу по столбику с накидом в каждую из пропущенных петель но столбик с двумя накидами оставляю за работой. То есть сейчас мы провязываем изнаночную сторону, поэтому столбик с двумя накидами мы оставляем сзади работы на лицевой стороне. Провязали один раппорт узором, точно так же провяжем еще два раппорта узора. Отсчитываю три петли на основании, ввожу крючок и провяжу столбик с двумя накидами. Провязали. И теперь провяжу по столбику с накидом в каждую из пропущенных петель на основании, оставляя столбик с двумя накидами за работой на лицевой стороне. Один столбик провязали. Теперь провязываем второй столбик с накидом во вторую из пропущенной. Так и останется у нас еще один столбик с накидом в третью пропущенную петлю на основании. Провязываем столбик с накидом. Провязали. Закончим ряд столбиком с накидом. Все четные ряды будем вязать точно так же, как второй ряд. Я провязала два ряда узора в высоту. теперь будем повторять первый и второй ряд и вязать на нужную нам высоту. детали. Я провязала 13 с половиной сантиметров мерила в не растянутом состоянии. узором вяжем до начала вязания мыска. Для 37 размера у меня получилось 13 с половиной сантиметров в не растянутом состоянии. Вот такая деталька получается сейчас еще раз замеряю То есть образец не растягиваю, получается 13 с половиной сантиметров. И теперь можно приступать к вывязыванию мыска. Мысок у нас состоит из пяти треугольников. Вязать будем крючком потолще. 4 миллиметра я взяла крючок. И буду вязать в тунисской технике эти треугольники. Первый ряд провяжем, как обычно, в тунисском вязании просто поднимем 14 петель и провяжем обычный установочный ряд. То есть поднимаю петли, всего у меня на крючке должно оказаться 14 петель. На крючке 14 петель, теперь я буду закрывать, закрою сначала одну петлю, потом буду закрывать по две петли до конца ряда. А теперь приступим к вывязыванию треугольника. На крючке одна петля поднимаю одну петлю на крючке 2 петли, закрываю 2 петли, буду прибавлять по 2 петли, то есть 2, прибавляю еще 2, 3, 4. На крючке 4 петли буду закрывать по 2 петли. Закончили ряд. В следующем ряду подниму уже не 4 петли, а 6. То есть каждый ряд буду прибавлять по 2 петли и закрывать сразу по 2 петли. 5, 6 на крючке. 6 петель закрываю сразу по 2 петли. И у нас, как видите, полотно начинает закругляться. То есть получается треугольник. Так буду до конца ряда прибавлять по 2 петли. Сейчас 8, 3, 4, 5, 6. Прибавляю 2 петли. 7, 8. На крючке 8 петель закрываю по 2 петли до конца ряда. провязали в следующем ряду буду прибавлять уже 10 петель поднимать 3 4 5 6 7 8 прибавляю 2 петли 9 10 на крючке 10 петель закрываю по 2 петли до конца ряда

подняли 12 петель и закрываем по 2 петли до конца ряда. Провязали обратный ряд и теперь провяжем последний ряд. Сейчас будем поднимать четырнадцать петель. на крючке 14 петель закрываю по 2 петли до конца ряда и треугольник будет готов и точно также свяжем еще 4 таких же треугольника Вот получается вот такой треугольник. И таких треугольников всего нам нужно 5. То есть самостоятельно вы свяжете еще 4 таких треугольника. Начинаем также с двух петель. Закрываем 2 петли сразу. Далее в каждом ряду будем прибавлять по 2 петли. И закрывать будем в обратном ряду сразу по 2 петли. Пока не закончатся все петли. Я провязала 5 треугольников у нас получился вот такой мысок 3 4 5 5 треугольников а теперь продолжаем вязать вот точно таким же узором как мы начинали ровно столько же 13 половиной сантиметров я провязала 3 воздушные петли подъема кстати вот заметьте я крючок поменяла на два с половиной миллиметра мысок вязала крючком 4 миллиметра отсчитываю 3, 3 петли на основании ввожу крючок в четвертую петлю и провязываю столбик с двумя накидами все то же самое теперь накид на крючок и провяжу по столбику с накидом в каждую из пропущенных петель это мы сейчас вяжем первый ряд узора и все Нечетные ряды будем вязать как первый ряд. провязали три раппорта узора и теперь закончим ряд столбиком с накидом и переходим ко второму ряду узора делаем 3 воздушные петли подъема поворачиваем вязание делаем 2 накида на крючок Отсчитываю на основании 3 петли, в четвертую ввожу крючок и провязываю столбик с двумя накидами. Провязали. Теперь делаю накид на крючок и в каждую из пропущенных петель провяжу по столбику с накидом. При этом столбик с двумя накидами, провязанный ранее, я оставляю за работой, то есть на лицевой стороне. провязали раппорт узора. Остальные два раппорта узора будем провязывать точно так же. В результате вот получается вот такая деталь. Такие детали надо связать две. И можем дальше собирать наши следки. Складываю лицо к лицу. Сейчас провяжу столбиками без накида по заднему шву. я соединяю полотно столбиками без накида вы можете делать так как вам удобно может быть кто-то захочет сшить иглой провязали. И теперь, чтобы не обрывать нить, сразу же обвяжу вверх тапочком. Вверх буду обвязывать имитацией рачьего шага. Я так все свои изделия обвязываю. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочей нитью эти две петли провяжу их вместе. Снова ввожу в основание крючок. Вытягиваю петлю на крючке, две петли, оборачиваю рабочей нитью эти две петли и провязываю их вместе. И так буду вязать по всему периметру до конца пока не обвяжу весь верх и получается красивый зубчатый край обвязали тапочек теперь переходим к подошве Подошву будем вывязывать на среднем треугольнике. То есть всего треугольников было 5. Вот на третьем треугольнике я закрепляю нить и поднимаю петли. Поднимаю 9 петель. И на протяжении всего вязания у меня будет 9 петель. Только свожу на нет в самом конце. Так, поднимаю сейчас 9 петель и начинаю вязать. Буду вязать также в тунисской технике. Крючок взяла потолще 4 миллиметра. Так, закрываю сначала одну, это самый первый ряд, потом по 2 петли до конца ряда. провязали до конца ряда, вытаскиваю крючок, следующую свободную петлю на основании ввожу крючок, протаскиваю петлю и снова поднимаю петли, то есть прихватываю с боков петли и таким образом продвигаюсь, сохраняю при вязании 9 петель. Снова сейчас поднимаю, всего у меня на крючке будет 9 петель, 8, 9, Теперь мне надо прикрепиться к боковой части. Ввожу крючок, протягиваю нить и тут же провязываю первую петлю. И далее по 2 петли провязываю до конца ряда. И так всю подошву буду вязать по прямой, прихватывая боковые петли. Буду следить за тем, чтобы у меня было по 9 петель довязала до конца ряда, вытаскиваю крючок, ввожу в боковую часть, протаскиваю петлю и снова поднимаю петли. Вяжу по прямой. Все время у меня по 9 петель, только не доходя где-то 3 ряда, я начинаю уже по 3 вместе провязывать и свожу вязание на нет. Вот такие следки получились у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч.